Итак, готовим неправильный плов на сковороде. Сегодня у меня в качестве мяса для плова утиное бедро. Здесь у меня два бедрышка, мякоть, лук, морковка. Сейчас добавлю специи и зиру. И будет готовиться зирбак. Когда мясо будет готово почти, добавим рис промытый. И все. Все протушилось, все готово. Теперь всыпаем промытый рис. У меня сегодня пропаренный. Мне больше нравится плов с пропаренным рисом. Плов готов. Он получился такой красивый, рассыпчатый. Рисинка к рисинке. Я очень люблю готовить плов из пропаренного риса. Посмотрите, какая прелесть. Можно приглашать всех к столу. Это очень вкусно, ярко, недорого. Кто сейчас ужинает или обедает, всем приятного аппетита. Так, проверяем. Прошел месяц. Проверяем яблочки. Пахнет брашкой. Квашеной. Еще рано. Рано, еще нужно им еще постоять. Не укисли. Сбегался, замерз. Любитель сырых яиц. Ромка. Чтоб шкура блестела. Мех. Улечки прилетели. Солнышко на заход. Всех кормим. Вот они, улечки. Всех пора кормить. Закрывать. Еще с одного бака слили воду, потому что очень сильный мороз обещают. Так, сейчас Диогена надо ловить и закрывать. Холодно. Наелся, поворачивает вола полная. Типуня. Типуня. А где вторая горлица? А, вот они обе. И воробьи ждут. Вот они все. Все понимают, что спать надо им. Пора спать. Боятся рыжего. Порошку купили, кукурузы, лебедям семечки. Такие мусорные семечки сметают из больших емкостей для синичек. И вот такую дырть. Дырть я утром запариваю для курочек. Вот. Подготовились к сильным морозам. Корм есть. Комбикорм есть. Так, это воробьям и горлицам.